Будапештский метрополитен. Это самый старый метрополитен в континентальной Европе. Но мало кто догадывается, что эта подземка имеет свои жуткие тайны. Мой друг живет на восточной окраине Будапешта, а работает на западной. Для того, чтобы добираться от дома до работы, он каждый день пользуется метрополитеном. В тот день он, как обычно, сел в вагон метро и отправился в путь. Погода была ясная и солнечная. Птички пели, трамваи ходили. Ничего не предвещало беды. Однако вскоре у него появилось плохое предчувствие. Ему казалось, что в этот день должно что-то произойти. Оглядевшись на других пассажиров и поняв, что они не проявляют беспокойства, он также успокоился, после чего поезд въехал в туннель. В тот же день после работы он опоздал на уходивший в этот момент с перрона поезд. Несмотря на досаду, он все-таки остался и терпеливо ждал следующего состава. На платформе было немноголюдно. Можно сказать, что в какой-то степени она была даже пустой. Однако вскоре начало твориться нечто странное. По платформе прокатились звуки неизвестного происхождения. А источником этих звуков был тоннель. Свет опять включился. Мой друг осмотрелся по сторонам. Он не понимал, что только что произошло. А тем временем издалека уже ехал поезд. Все выглядело так, как будто бы ничего не произошло. Мой друг, как обычно, сел в поезд и поехал дальше. Но вот возникает вопрос, что это было и один ли мой друг увидел это? Ведь как и мы потом узнали, по преданию в районе этой станции находился портал в ад.